Дело было вечером. Делать было нечего. Великий мастер Бородастер искал очередную жертву для своей новой самоделки. Долго искать не пришлось. Уже через 20 секунд Бородастеру на глаза попалась старая никому не нужная железяка. Всем привет! Есть у меня один подписчик, который постоянно мне говорит про тиски. Затяни, говорит, тиски. Я затянул. Кстати, если ваши болгарки пора на пенсию, или вы просто решили подыскать альтернативу помощнее, на e-каталоге вы сможете подобрать то, что надо. Здесь в принципе все просто. Лично я выбираю бренд, которому доверяю, мощность, которая нужна, максимальный размер диска, ну и все остальные характеристики, которые могут быть мне интересны. Если я еще не знаю модель, далее смотрю отзывы. А самое приятное – это отфильтровать цены и узнать, в каком магазине эта болгарка стоит дешевле. В общем, я за то, чтобы не переплачивать. Если вы не любите переплачивать, ссылку оставлю в описании. Каждую запчасть надо отшлифовать, убрать ржавчину, подготовить для того, чтобы можно было ее покрасить. После того, как зачистили все эти железяки, некоторые только с двух сторон, потому что другие стороны вообще не важны, теперь все соберем в кучу.
такая вот сегодня подставка для ручек, для всяких карандашей, линеечек, как раз в гараж, чисто по-мужски, из железяки. Ну а если тебе понравилось видео, подписывайся на канал, жми на колокольчик, это очень важно, поставь лайк, пока-пока!